катаются, как вы догадались, еще по костюмам под маску Зорро. Аманда Эвери и Марк Ладвиг. Не так чисто, к сожалению, для них. Марк Ладвиг. В графе профессия. Атлет, тренер, водитель Замбони. Замбони — это заливочная машина, которая заливает лед между тренировками и прокатами. Приходится работать. Тренер говорит, что подкрутка, по его мнению, стала лучше, и похвалил ее тулуп, а вот его тулуп мы похвалить не можем. Вот он сейчас на наших экранах. Ну, вообще, творчески. Во-первых, Эвери и Лодвиг тут же дали хорошую скорость в своем катании. Заход на тройную подкрутку был очень изящный. Хороший и уверенный заход на выброс Ридбергер был, и чисто все сделали. Потом он потерял равновесие в либеле в обращении, темп упал, синхронность была потеряна, они разъехались. Хорошо с задумками поставлена дорожка шагов. И такой танцевальный вход был и в Тодос. Ну, а что касается поддержки Аксель Ласса, то она такая, в общем-то, без лишних изысков. Ну,
тем не менее, хороший был прокат. Hey, Jen. Hey, Mom. Hey, Dad. Holden. Be good. Hope you're enjoying your breakfast. Yes. Good morning. Good morning, everybody in the States. Good night, China. Итак, они получают 51 балл за свое катание.